В субботу, 13 февраля, в Доме спорта «Центрс» прошел международный турнир по кикбоксингу «Ventspils Open 2016». Организованный спортивным клубом «Фаворит» в сотрудничестве с Венспилсским городским самоуправлением и Олимпийским центром «Ventspils». В соревнованиях стартовали 75 участников из 9 клубов из Эстонии, Литвы и Латвии. Убедительное преимущество оказалось на стороне Венспилсского клуба «Фаворит», воспитанники которого в разных возрастных группах завоевали 13 золотых медалей. В своих весовых категориях и возрастных группах первыми стали Дан Кристиан Лыков, Никита Павинский, Даниэл Лыков, Анна Миронова, Михаил Просенко, Вероника Веракса, Майкл Гасанов, Александр Кузнецов, Каспар Базилевич и Роман Беньковский. Следует отметить, что некоторые венспилсские спортсмены стартовали сразу в двух весовых категориях. Таким образом, три кикбоксера – Даниэл Лыков, Каспар Базилевич, Никита Павинский – стали двукратными чемпионами турнира. Также на счету венспилчан 5 серебряных медалей. В свою очередь, в технике ударов на время самыми лучшими стали Мария Музыка и Дан Кристиан Лыков.